Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить Мастер-лигу в игре PS 2013. И сейчас у нас матч против футбольного клуба Анжи. Это Кубок России, полуфинал. Давайте приступим. Играем мы дома. Давайте, ребятки, мы уже Анжи обыгрывали и должны еще раз обыграть. Симонов. Викториан. Аут. Так, что-то все закрыто. Назад сыграем. Ух, хорошо, как Викториан ушел от подката. Никола. Эх, потеря. Молодец, Тиаго забирает мяч. Никола. Не проходит передача. Аут. Молодцы. Пока что нормально действуем. Главное не спешить. Свежов. Викториан. Тиаго. А вот опасно, Тиаго, удар! Опасно, очень было опасно, но заблокировали удар. Ух ты! Вратарь молодец, выходит. И выбивает в аут. Подача! Вот так мы и любим, блин, забивать свои ворота. Хорошо, что просто угловой удар. Ой, что вратарь сейчас сделал? Вы видели? Он вытащил этот мяч. Симонов. Аут. Тиаго. Никола. Выбивает мяч куда подальше. Труре. Викториан. Удар! Блях, муха, бросаются под мяч всю дорогу, а? Труре. Никола. Викториан. Удар! 1-0. Конец-таки забили. Как всегда. Этот игрок в своем репертуаре, у него убойный удар. Поэтому для меня не удивление, что он забил такой гол. Итак, ребятки, не расслабляемся. Ни в коем случае. Здесь, напомню, на вылет. Если проиграем, то вылетим. Опять в полуфинале во второй раз. Ой-ой-ой, штанга. Я говорю, нельзя расслабляться. Мы в Кубке России в полуфинале вылетели. Проиграли Рубину. На этот раз мы должны уже выиграть Кубок России. Симонов.
Тиаго. Удар. Да ладно, никакого рикошета не было. Ладно, удар от ворот. Кассиан. Викториан. Симонов. Удар. Симонов это Симонов. Неточный какой-то удар, бестолковый, слабый был. Ему только в обороне, блин, быть, а не в атаке явно. Никола. Тиаго. Кассиан. Викториан. Удар. 2-0. Боюсь, что Анжи в полуфинале вылетит. Не хочу, конечно, загадывать, но все к этому идет. Анжи даже в Кубке России достойной игры, по-моему, не покажет. Ладно, еще в РФПЛ, ну хрен с ним. Там можно проиграть, но Кубок России тут на вылет. Трян. Ах, не проходит передача. Потеря. Ой-ой-ой. И забрали. Никола. Кассиан. Удар. Блокирует удар угловой. Тягу мяча. Подача. Никола. Удар. Не точно. А ведь если бы хотя бы ворота ты пробил бы, то ты, скорее всего, забил бы. То есть в левый дальний угол, потому что вратарь стоял на месте. Он не видел траекторию мяча. Он не видел удар, скажем так. Ну да ладно. Первый тайм заканчивается. Счет 2-0. Свежов. Тиаго. Эх, не доходит до Тиаго мяч. Ну, что ж ты делаешь? Неужели будет гол? Будет. 2-1. Ну, хорошо, хорошо. Тут ошибка наших игроков, я считаю. Ладно, пускай будет, пускай порадуются. 2-1. Хотя будет смешно, если сейчас они забьют второй. Тогда будет интересно, как вернется дальше матч. Аут. Рура. Да ладно, его же там по ногам ударили. Ну ладно. Тиаго. Кассиан. Ну, черт, а. Да выбежит. Тиаго. Симонов. Свежов. Да, 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 да.
Трия. Потеря. Надо забить. Я считаю, чтобы не бояться, то, что нам забьют второй. Ух ты! Пробил даже. Симонов. Никола. Играй, играй. Молодец. Удар! К сожалению, не попадает. Сыжок, молодец, собирает мяч и, блин, теряет его сразу, а. Заброс вперед и успеет ли он? Успеет. Подача! Триан. Никола. Касьян. Удар. 3-1. Касьян, молодец. Лучший. Лучший из наших нападающих, я считаю. Жалко. Что он уже не развивается, похоже. Вроде как ему, если не ошибаюсь, 28 лет, и там у него уже написано то, что он, грубо говоря, не развивается уже. Все. Я думаю, еще сезон, ну, от силы 2 он поиграет в нашей команде. И все. И мы с ним расстанемся. Может быть и раньше, потому что если мы найдем более звездных нападающих, молодых, то Касьян уже будет не нужен. Ну, возможно, будет на замене. Как Рошин у нас вот исполняет вот эту задачу. Обычно всегда на замене. Офсайд? Да-да-да, да, он собирается флажок поднимать. А тем временем матч заканчивается. И я думаю, Анжи уже не отыграется. Никола. Касьян. Эх, долго, долго ты собирался бить. Свежов. Никола. Тиаго. Касьян. Удар. 4-1. Дубль Касьян оформляет. Молодец. Что, Касьян, ты сделал всю игру? Можешь отдохнуть. Хотя уже матч практически закончился. Оп, все-таки нет. Хорошо. Никола. Виктриан. Свежов. Удар. Угловой. Тиаго, подача.
выбивают куда-нибудь подальше игроки NG. 2 минуты добавляет арбитр. Свежов. Отбирает у него мяч. И он практически забрал. Все. Факел проходит в финал. И сейчас мы узнаем, с кем же Факел встретится в финале. О-хо-хо! Вот это поворот. Я думаю, никто такого не ожидал. Я заранее думал, или заранее знал то, что, скорее всего, будет Зенит. Ну, ей-богу, не может Урал проиграть. И вы поглядите, что произошло. Урал побеждает у Зенита со счетом 1-0. Факел встретится с Уралом. И сейчас у нас матч против футбольного клуба Оренбург. Мы с ними уже встречались, сыграли мы с ними 0-0, насколько я помню. Так, ну для начала давайте посмотрим статистику, рейтинг голов в Кубке России. Касьян на первом месте, с чем мы его поздравляем, и его уже не обогнать. Он 100% будет победителем в Кубке России по рейтингу голов. Вы посмотрите, на втором месте идет игрок из Мордовии, но Мордовия уже вылетела. Поэтому мы уже можем поздравить его. Рейтинг голевых передач тут, скорее всего, тоже Турик. Да тут все на первом месте у нас игроки. Турик, Виктор Ян, Тиаго. Молодцы. В кубке... Ой, вернее, в РФПЛ мы посмотрим после матча с Оренбургом. Главное, не забыть бы мне посмотреть. Остались-то считанные матчи, кстати, по-моему, да? Там матч ЦСКА, Уфа, Рубин и все, что ли? Уго, как сведения в турнире, ну-ка. Оренбург на последнем месте идет, вы представляете? А помните Оренбург, когда он был в ФНЛ? Он лидировал, он всегда лидировал, был на первом месте. А вот в РФПЛ у них игра не зашла. Арсенал, он по-любому уже... останется. Хотя тут спорно. Да не, я думаю, останется в РФПЛ, а Оренбург, походу, 100% уже вылетит назад в ФНЛ. Так, надо посмотреть. О, что, все уставшие такие. Мурнин. Все уставший. Касьян не сможет. Ну, как бы сможет, но он что-то уставший. Я смотрю, какой-то Турик. Ну, ладно, вот так сыграем. Кто прям уставший, мы их поменяем. Во втором тайме, я думаю. Вот так сыграем. Поехали. I'm John Champion, and today's co-commentator is Jim Beck. Hi, John. Hi, everyone. I'm really looking forward to this match. Тиаго. Видимо, может, после Кубка России они такие уставшие, я не знаю. Турик. Потеря. Их не проходит передача на Виктора Яна. Не знаю, почему так Оренбургу не повезло. Вроде хорошая команда, хорошо играли. Чего они на последнем месте идут? Я прям не знаю, реально. Так, что-то какая-то хрень. Ну-ка, давайте подержим мяч.
Виктор Ян. Тиаго. Ну, пробить они мне тут явно не дадут. Привязался, а? Труре. Симонов. Удар! И даже защитники забивают. 1-0. Прям молодец Симонов. Вот это прям подключение его вовремя было. 1-0. Ух ты, хорошо так перехватили. Вижу, вижу. Ну ты закрыт немножечко. Виктор Ян. Играть. Давай, давай, борись, борись. Ну, я не думаю, что он будет сюда первым. Если только ФНЛ будет первым. В РФПЛ он, к сожалению, на последнем. Или в мыслях у вас будет первым. Я не знаю, чего вы это кричите. Виктор Ян. Симонов. Удар! И будет угловой. Тиаго, подача! Ух, ему нельзя давать бить. Я бы на вашем месте боялся бы его. Ты глянь, что делает. Отбирает мяч. Старался я поаккуратнее. Ух, молодец, хороший, удачный подкат. Виктор Ян. Симонов. Виктор Ян. Удар. Выбивают. Подача. Удар. Кто, блин, под удар бросился. Кому-то давал. Чё там? Штрафной удар. 48 метров до ворот. Ну, подавать-то. Подача. Ух ты, через себя хотел. Ох, ох. Так, как бы быть тут, а? Тиаго. Удар. Подача. Еще одна подача будет. Но ни к чему она была. Симонов. Хорошо, как этот подкат ушел. Турик. Симонов. Удар. А вот Смурлин забирает мяч. Где Турик? Турик. Удар. Просто бил.
Молодцы, атакуем, прессингуем, но реализации нам не хватает на самом деле. То есть я считаю, команда у нас еще не идеальная, явно. До идеальной нам еще расти и расти, но уже я вижу хороший клуб, как я так могу сказать. Давайте вспомним ФНЛ, как играл Факел там, как нам было тяжко брать победу. А как сейчас у нас Факел показывает игру? Явно мы изменились в лучшую сторону. Мы уже показываем хорошую, достойную игру, но не идеальную еще. До идеальной нам надо еще расти. Если мы были бы идеальны, мы бы Оренбург сейчас раскатали бы. Ей-богу, где-то так, может, 8-0. Все. Первый тайм заканчивается, там кто устал, их надо посадить на скамейку, а то еще потом будут жаловаться, мол, зачем вы меня выпускаете уставшего, я травмы из-за этого получаю. Такое уже у нас в истории было. Так, Рылов тут тогда выйдет. Свежов. И Симонов, молодец, забил, пускай отдохнет. Вот так вот. Аут. Курик. Мурнин. Так, и опять вы все закрыты, а? Хрен там, да? Рылов. Аут. Удар! Ну как же так, а? Совершенно мимо. Турик. Хорошо, ушел. Частенько это начал замечать, как мы от подкатов уходим прям элегантно. Давай, давай, отбегай от меня подальше. Ём, что ты стоишь? Мурнин. Удар! Неплохо. Подача. Еще один угловой удар. Свежов, да, а, это не Свежов. Эх. Так, сейчас пропустим. Удар! Что я вам и говорил, ребята? Я вам про это говорил. Удар хорош. Хорош, ничего не скажу, давайте посмотрим. Никто его не атаковал. В этом вся ошибка. О, они схем поменяли, смотрите. Сколько у них нападений. Они схем поменяли, они хотят здесь выиграть. Ну, понятное дело, надо крутиться, вертеться, ну, чтобы только не вылететь из, РФПЛ. Нужна победа.
попробуйте, чё, я поддаваться не собираюсь. Что будет, то будет. Может, случайно еще забьют, и, может быть, и выиграют тут они. Свежов. А кому давал, а? Курик. Мурнин. Удар. Еще один угловой удар. Свежов. Подача. Удар. 2-1. Это наш ответ был на их удар мощный. В принципе, вот вам аналогичный удар был. Не ожидали? Вадим. Черендук, старайтесь, крутитесь, вертитесь. Вам нужны победы, но сколько у вас там? 18 очков. И, по-моему, вы отстаете от даже 15 места. На сколько там? На 3 очка, что ли? Или на 2. Ну, в общем, я не верю, что вы уже выберетесь из этой жопы. Я думаю, вам вылет обеспечен. Еще и желтую карточку на. Жоп. Ух ты, потеря. Штрафный удар? Нет, не будет штрафного удара. Оказывается, там все нормально. Ну ладно. Нашим легче. Свежов. Эх. Упал, бедный. Тут да, грубовато, грубовато. А напомню вам, три команды, которые заняли, получается, 16, 15, 14 место, вылетают в ФНЛ. Поэтому, по-моему, нереально. Там осталось три матча вроде как. И за три матча занять хотя бы 13 место. Боюсь, что нет, ребята. Даже если бы вы тут победили бы. Хотя, не знаю, там надо подсчитывать и смотреть. Меня это не волнует. Мой клуб впереди все-таки, не на последнем месте. А первом месте идет факел. Мурнин. Курик. Удар! Штрафной удар. О, вы как взбесились. Одну минуту добавляет арбитр. Рылов, ты что творишь? Все. Факел побеждает со счетом 2-1. И говорим Оренбургу до свидания. Мы с ними уже, ну, по крайней мере, в РФПЛ точно не встретимся. Тигран, Зенит тоже победил. Молодцы. А, я говорил на 2-3 очка. Вы посмотрите, Оренбург 18, Урал идет следующий, 28. На 10 очков отстает Оренбург. Это все. Можете готовить уже чемоданы, вы едете в ФНЛ. Я-то думал там, это все, вы что?
Да, осталось три матча. ЦСКА, Уфа и Рубин. Для меня из этих матчей самый важный, я считаю, с Рубином. Больно они что-то меня как-то наказывают. Надо отомстить. Что за дела? Итак, сведения, ведь обещал. Рейтинг голов. По-прежнему наш игрок идет на первом месте 11 голов, но тут может еще все измениться. Три матча еще могут забить. Так, Динамо по-прежнему 9. У Зенита тоже по-прежнему 7. О, у нас нападающий 6 голов забил. Молодец. Пятое место занимает. Так, и углевые передачи. На первом месте у нас Турик и Тиаго. Но ситуация может измениться, опять же. Будем следить за этим. В Кубке России мы еще уже 100% там призы получим за огромное количество голов и голевых передач. А вот тут еще в РФПЛ посмотрим. Следующий матч у нас против ЦСКА. Надеюсь, вам понравилось это... Это серия. И наш вратарь получает серьезную травму. Пропускает 4 недели. А вот это поворот, конец серии, да? А у нас один вратарь. А ведь я знал, что может такое случиться. Я говорил себе, ну и хрен с ним, поиграем без вратаря. Ну, то есть одного хватит. Ладно. Кого-то придется из полевых игроков на ворота ставить на оставшиеся матчи. Я надеюсь, к матчу с Зенитом наш вратарь успеет. Ой, Зенитом, что я несу. Матчу с Уралом в Кубке России он успеет восстановиться. Потому что вот этот матч действительно важен, а вот эти три последние матча с ЦСКА, Урал, ЦСКА, Уфа и Рубин, это еще хрен с ними. Там можем и проиграть эти матчи, ничего страшного. В общем, ладно. Надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи, всем пока!